Человек, который занимается уже много лет охотой, я бы был, допустим, рад, если бы мне подарили вот такой вот сувенир. Это тарелка, настенная тарелка, поэтому вот у нее есть такое вот ушко для подвески, которая изображает фазанов, самца и самку, в природных условиях. Вот эта вот вставка, она, скорее всего, фаянсовая, очень толстая, расписана вот этим вот, скажем таким, охотничьим мотивом. Тарелка сделана, как заявлено, из пищевого олова подразделением немецкого бренда Artina, который называется SKS. Здесь есть соответствующее клеймо, которое говорит о происхождении и материале вот этого изделия. Подарок или украшение какого-то охотничьего домика или подарок для охотника, считаю, очень достойное. Вот таким вот образом, например, она будет смотреться на стене. Вот. Она тяжелая. Вот эти вот все элементы, такие вот растительный орнамент по окружности размещен здесь, очень качественный. В общем, если вы будете кому-то дарить, своему другу или знакомому, кто занимается охотой, вот эту вот тарелку, то я думаю, что вам не будет стыдно. Подарок очень достойный. Единственное, что использовать ее по прямому назначению, что-то там из нее кушать, вряд ли получится, потому что... Я так думаю, что через места соприкосновения вот этого фаянса, вот этого вставки и металла, они не герметичные, предупреждаем заранее. То есть вещь носит сугубо декоративный характер. В общем-то у нас много оловянных вещей, очень красивых бокалов, различных тарелок, рюмок. То есть зайдя в наш магазин, вот по этой теме вы обязательно найдете что-то для себя интересное. Спасибо.